Кыргызстан – это страна, которую мы все любим. Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Китайлар мен чектешет. Кыргызстан – очень красивая страна. Мы богаты водою. Гульто, джа, өсімдіктер мене. Кыргызстан, можно сказать, это наша гордость. Ну, одна из красивейших стран в мире. Тут чистый воздух, что нельзя сказать про другие страны. У нас никакой химии, да, вот как в некоторых странах. У нас в основном все натурально. Ну, есть у нас много добрых людей. Можно поговорить с кем. Кыргызстан цивилизованная. Ну, только Кыргызстан еще не образованная. Несмотря на то, что это не одна из самых развитых стран, но я считаю, что это то, куда все время хочется возвращаться. По крайней мере, нормальная страна, но бывают иногда стычки, революции всякие и так далее. И Кыргызстан is very small village, but very good. Наша страна зеленая, но дороги вот плохие. Мы богатая страна, у нас есть уголь, нефть. Да. А в отличие от других стран, в которых моральное состояние уже не так важно, как материальное, мы богатая страна. Мы можем разбогатеть. У нас большие перспективы. Раньше на этом месте был городской стадион, а зимой здесь устраивали каток. Ребята рассекали на коньках, но потом все это снесли. Также снесли и здание Дома офицеров, которое находилось на этом месте, и построили это семиэтажное здание. Оно представляет собой прямоугольник простой. Четыре основных входа. Самый главный вот прямо за вами. Это южный вход. Оттуда обычно проходят президенты, премьер-министры иностранных государств, которые прибывают сюда с визитом. И здесь обычно расстилается красная дорожка. Раньше в этом здании находились два государственных органа. Центральный комитет Коммунистической партии Киргизской ССР и Совет министров Киргизской ССР. Сейчас здесь также два государственных органа. Это наш парламент, Дёгур Кукинеш, и аппарат президента. Уважаемый спикер, у нас есть закон об официальном языке, статья 12, которая позволяет делопроизводство осуществлять и на официальном языке. Я вчера к вам обращался, вы знаете эту проблему. Я хотел бы, чтобы у нас была диктатура закона, а не диктатура каких-то полукулуарных решений, когда запрещают обращаться на официальном языке к вам. У меня все начиналось с мечты, с того, что я хочу выбиться в люди. На самом деле я человек из простой семьи. У меня в семье не было там бизнесменов, чиновников. У меня семья довольно вообще простая, да. Мама, папа, они простые люди. Просто я для себя поставил цель прийти в политику, помочь таким же, как я, которые сталкиваются с теми же проблемами. Хорошо, сейчас распечатают тогда. Меня зовут Дастан Бекешев. Я депутат парламента Кыргызской республики. Мне 28 лет. Это мой друг и помощник. Он работает у меня, работает на меня и, соответственно, работает на народ, так как и я. Я сегодня разговаривал с директором Североэлектро. Он говорит, оказывается, они такие вопросы не решают. И надо в Минпром. Вон, Баха. Сразу все запиши. Минпром. Туда надо будет написать. А, почему? Да. В Минпром. Хорошо? Они, оказывается, вот эти вещи все регулируют. На 2013 год надо написать, чтобы заложили. Позвольте вкратце рассказать о том, как пройдет наша экскурсия. Мы начнем отсюда, у стенда, с нашей конституцией. После этого мы поднимемся на пятый этаж. Через пятый этаж пройдем в зал заседаний Дёгур Кукинеш, где собираются все депутаты. После зала заседаний мы спустимся на первый этаж.
В восточном зале Дюгур-Кукенеша у нас пройдет встреча с депутатом Дастаном Бекешем. Поэтому вы можете готовить свои вопросы. Вопросы можете задавать абсолютно любые. Все, что угодно. Любые вопросы. Дастан Далбаевич очень открытый человек, поэтому его абсолютно не напрягает то, о чем его спрашивают. Нельзя подменять некоторые понятия. Я сейчас объясню. Данный законопроект не направлен на развитие кыргызского языка. Не надо придумывать. Данный законопроект направлен на запрет разработки законопроектов и других нормативных актов на русском языке. И всего лишь. У нас политики многие выступают за то, чтобы у нас только знали кыргызский язык. Выступают там с такими инициативами, как штрафы за то, что ты там не знаешь кыргызский язык. Запрет русского языка. Но это неправильная инициатива. Разве этим законом создаются много кыргызских книг? Разве этим законопроектом создаются учебная методическая литература, которой нуждаются школы? Создаются ли этим законопроектом какие-нибудь видеоуроки кыргызского языка? Нет. Это не направлено на развитие кыргызского языка. Не надо придумывать. Это направлено на запрет разработки на русском языке законопроекта. Политикам выгодно, когда, допустим, население знает только один язык. Таким народом легче управлять. И это вбивается сверху вниз. Говорят, нужно знать один язык, нужно знать один язык. И везде, в регионах сейчас это подцепляют и говорят, да, вот, нужно только вот кыргызский. Вот Дастан Давач к нам присоединился. Дастан Давач, здравствуйте. У нас сегодня студенты Академии управления при президенте и съемочная группа Эльнуры Османалиевой. Добрый день. Ну, как у вас впечатление о сегодняшнем заседании? Отлично, так как первый раз. Первый раз? Все первый раз? Да. А, меня кто-нибудь знает? Да. Для чего такого рода встречи провожу? Цель хотел бы вам объяснить, чтобы студенты видели, как работают государственные органы, чтобы у них появилась ясная картина, что происходит в стране, как работает парламент и как работают сами депутаты. Вот для этого я приглашаю сюда студентов. Туугандык байланыштарды ачуу жөнүндө мыйзам долбоору демилгечи депутат Бекешев Дастан Далабаевич, Айтматова Ширин, Жээнбеков Равшан Бабырбекович. Баяндамачы депутат Бекешев Дастан Далабаевич. Ордуңуздан ба? Бияктан эле. Уважаемые депутаты, закон о раскрытии родственных связи прежде всего направлен на то, чтобы раскрыть, как государственные служащие помогают своим родственникам в продвижении на государственной службе или муниципальной службе. Бир уч азгана елбес, анан ушунтип биз өзүбүздүн билим алышка умтулган, кызматка умтулган адамдардын өсүшүнө балта чаап отурсак, бул каяктан келген былжыраган башка бир элдин философиясы. Бул кыргызда мындай философия жок. Муну биз башка жол менен барыш керек. Кембердиев байке, мен мындай кыргызча так сүйлөй албайм. Ошон үчүн мен сизге мындай орусча жооп берейин. Бул мыйзам, этот закон, он никак не противоречит философии нации. Ни в какой мере. Наоборот. Народ Кыргызстана уже надоело, когда начинают опять же своих родственников. Сейчас опять нарекания. В правительстве работают дети депутатов, даже вот такие статьи выходят. Люди, знаете, как недовольны? В регионах они говорят, почему там, допустим, на государственную службу тяжело нам попасть. Не зря же говорят, на государственную службу, чтобы попасть, нужны деньги и связи. Не бывает дыма без огня. Представляете, с 93 по 2010 год, это уже 9-я редакция нашей Конституции. На всенародном референдуме она была принята, и наша страна на бумаге, по крайней мере, превратилась из суперпрезидентской в парламентскую республику. В реальности у нас ни то, ни другое не получилось. В реальности у нас парламентско-президентская республика. Неважно, какая форма управления, республика, главное, чтобы власти были не проходимцы и негодяи, которые хотят срубить бабло по-быстрому, потом свалить по-тихому. Мне кажется, у власти должны быть люди, которые понимают, что они делают, и думают о завтрашнем дне. Причем думают не только в масштабах своего бизнеса, из которого они пришли в правительство, либо в целом во власть, а в масштабах всего государства. И еще разок. Раз, два. Получилось неплохо?
Мы вот такие экскурсии начали еще с того года, буквально с сентября. И проводили эти экскурсии для школьников, студентов. Начали мы со школьников. Эту идею мы взяли с Америки. Мы ездили вот с Ахмадом. Вам понравился он? У него очень такое, у него острые такие шутки, на самом деле. Позитивный? Ну, вы его до конца не знаете. Пришли письма по Торколю. СМИ молодежи пишут: уважаемый Дастан Далбаевич, в общем, не можем оказать содействие в оснащении спортивным инвентарем средней школы и села Торткуль, бла-бла-бла. Ну, в общем, денег нет. А потом... Наверное, немного любить свою страну. Не в том смысле, вот, не бить себя в грудь пяткой и говорить: я патриот, я люблю свой флаг, я люблю свой герб и гимн. Нет, по крайней мере, знать, что завтра твоим детям жить в этой стране. И даже если твоим детям не жить в твоей стране, если ты устроил своих детей где-нибудь в Лондоне, по крайней мере, дети твоих соседей будут здесь жить. Поэтому относиться к своей стране немного более уважительно и не так потребительски. Я вот так скажу. Пока один человек сосредотачивает власть в своих руках, в стране ничего не меняется и даже наоборот ухудшается. Сейчас есть у президентов полный, как это сказать, большая возможность на самом деле влиять на все решения. Большая возможность кардинальным образом менять ситуацию в стране. Но этого не происходит, либо потому что не могут, хотят, но не могут, либо потому что не получается. Кыргызстан для меня — это мой дом. Это дом, ради которого я работаю, хочу, чтобы он строился. Конечно, на сегодняшний день этот дом находится в таком нехорошем состоянии. Протекают крыши, открыты двери, стены, может, где-то надо укреплять. Поэтому я думаю, что каждый гражданин обязан строить этот дом, ухаживать за ним. Потому что на самом деле страна — это и есть дом всех тех граждан, которые проживают в этой стране. Я бы... Дороги. Потом школы, больницы. А школ дордо деген мугалимдер жетишпейт. Ошон үчүн мугалимдерди көбүрөөк анан билим берүүнү өйдөлөтмөкмүн. Я бы хотел обратиться к нашему президенту Кыргызской Республики, чтобы он как бы поддерживал спорт, и побольше школы образования, чтобы было лучше, чтобы безработицы, как я сказал, тоже не было, чтобы все жили счастливо, как бы. Ну, основное — это поднять зарплату медикам, учителям. Ну, не рабочим, так не которые в офисах сидят, а которые делают почти всю основную работу за каких-то людей. Вот четвертый дом, мисалы, Казахстанда, бүт жактарда ооруканалар таптаза, а бизде эскирип калган оңдолгон эмес да. Мектептерди ачыш керек, орундар жетпей атат. Кичинекейлерге бала бакчаларды, ошондойлорду ачыш керек. Ну, наверное, надо быть немножко мудрее и быть ближе к народу, уметь прислушиваться к мнению людей, которые живут, обычных людей, которые даже вот на поле, которые работают, у них тоже, мне кажется, есть много чего, чтобы сказать. Я бы хотела сказать, чтобы он приказал, чтобы как бы больше докторов было и вылечали все болезни. Пожалуйста, не меняйте название улиц. Нет, ну это же очень много денег жрет. Нет, ну чтобы серьезно сказать еще, не воруйте деньги, это как-то уже обычно, они так каждый день это им говорят, они вроде бы не слушают. Вот это тоже ребенок, меня кто послушает?
здесь, на этой земле, где располагался раньше завод, мы решили построить оздоровительный комплекс, который будет первым из сети резортов и гостиниц в Кыргызстане. Девушка в бизнесе, вообще как бы женщина в бизнесе, у нас все равно это больше экзотика, нежели норма. В строительстве женщин нет, это факт. Когда я разговариваю со строителями, с мужчинами, они меня не воспринимают, они меня даже не слышат. То есть, когда мы приходим с моими партнерами вместе, я могу задавать вопросы, но иногда они просто игнорируются. Вопросы, которые задаются мужчинами, как правило, не остаются без ответа. А приходится каждый раз говорить громче, где-то настойчивее, повторять два раза свой вопрос вежливо. Люди потом начинают смотреть и говорят: а вы кто здесь? Мы собрали все наши знания, наш опыт, наши умения для того, чтобы показать, как можно делать бизнес в Кыргызстане. И что мы тоже можем иметь доступ к тому, что уже есть и сделано где-то за рубежом в западных, в развитых странах. Мы тоже можем жить достойно, мы тоже можем зарабатывать деньги достойно и обеспечить своим близким и родным достойное будущее. Видишь, он такой глазастик какой-то. И не я. Паутину он. Каждый день, проведенный с детьми, для меня здесь это как дар. Как дар Божий, я бы сказала. Потому что чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю ценность детей. Потому что они растут вместе со мной. И я понимаю, насколько я счастлива, потому что они у меня есть. Я не представляю себе жизни без них. То есть я представляю, что я вот одна, а у меня нету детей. Это была бы катастрофа вообще, психологическая, эмоциональная. И я стараюсь дать максимально настолько, насколько я могу. Я обучаю очень много людей, я принимаю на работу сотрудников. Они растут вместе со мной. Почему я не могу дать детям то же самое? Я могу дать им даже больше, что я и делаю. Как называется вот эта круглая штука, показывающая направление? Компас. Правильно. Если без компаса, если нет вот этой штуки, которая показывает, карта, куда надо плыть, карты, что произойдет с корабликом? Он будет плыть, куда уходит. Хорошо, что он будет делать? Он куда-нибудь доплывет вообще? Нет. Так вот, вы напоминаете мне такой кораблик. Вы не знаете, куда вы идете, у вас нету плана, у вас нету компаса. Понимаешь? Значит, надо его купить. Значит, надо его создать. Мы недооцениваем детей. Дети на самом деле имеют огромный потенциал. Мы просто привыкли через свою призму, через свои стереотипы, которые мы привыкли закладывать в себе, в нашей взрослой жизни. Мы считаем, что дети тоже должны так жить. Ничего подобного. Они легко учат языки, они легко запоминают информацию. У них потрясающая память. Им нужно больше давать. Короче, если вы что-то не можете найти, гуглите. Это очень удобная вещь. Раньше, когда мы были маленькие, вот они натуральные числа. Вот. Если прибавить натуральному числу дни, после следующего за ним число. Не, ну вот, мама, посмотри, вначале. Как он нашел? Я хочу быть примером для своих детей. Я хочу, чтобы они смотрели на меня и понимали, что это вот тот человек, которым я горжусь. Я недавно разговаривала с их репетитором. Она говорит: а что вы делали в Америке? Я говорю: ну вот я поступала в университет, я сдала документы, там я прошла операционный менеджмент в Гарварде. Она говорит: вы что, учились в Гарварде? Я говорю: да, а что? Она вызывает детей и говорит: дети, у вас гениальная мама! Сколько людей учились в Кыргызстане и в Гарварде? Я говорю: я не получила диплом, говорю, но у меня есть, говорю, как бы, ну,
что-то подобие там, сертификата там, и так далее. Но я сейчас хочу, я сдаю опять документы, я прохожу, но мне просто нужно устроить время и поехать. Ну, я планирую. Я в следующем году, мне нужно получить диплом. Надо помнить еще о том, что мы все временно на этой планете, на этой земле. Надо успеть оставить какой-то хороший след. И чем больше людей получат от твоей деятельности удовольствие, и чем больше людей получат... что-то полезное, тем богаче ты становишься изнутри. Это как дети меня сегодня спрашивают. Мы едем, я еду за рулем. Мам, почему вы все время пропускаете всех пешеходов, даже если они идут там, не по положенному месту? Я говорю, пешеход априори слабее, чем водитель, потому что он без машины. Я на машине, я сильнее все равно. Я просто пропускаю. А обязательно за следующим перекрестком меня ждет зеленый цвет, свободная парковка, улыбающиеся люди. Это закономерность, она сразу срабатывает. Ты бы хотел быть президентом? Да. Что бы ты делал, если бы ты был президентом? Не знаю. Келечегимде президент болгум келет. Президент болуп, Кыргызстанды өнүктүрүп, өстүрүп, башка элдерге таанытып, билдиргим келет. Я бы не хотела стать президентом, потому что это очень большая ответственность. Это нужно отвечать, если что-то не так, нужно, все это на президента идет, и потом будут проблемы. Да это просто, есть специальные люди, которым это как по душе, они обучаются этому. Я не хочу быть президентом. Если там что-то не сделаешь или плохо сделаешь, потом бунт против тебя будут поднимать. Бежать придется. Президентом? Ну, наверное, нет. Ну, я бы не отказался бы. Шелли сөз. Из башта сағалы сындырып таштады. Алай тоткан шында бляхның забар ойды отырды. Ал заборды қойғанда топты какой. Аяқтан секіріп кете бер. Түндес адамдар жүріп отпай, түндес. Все, рахмат, енді болды. Маған емес. Я первый ребенок, к тому же сын. Ко мне отношение было одно. Потом Гульджана родилась через 2 года после моего рождения. Гульджана самая младшая. Все мы разные, но при этом одна семья. Говорили сразу редко. Ханты танцы на маму. Все на что держусь, а каракол держусь, он так приживальский. История, реальная история, как теперь сын. Португальный джембар волчий, ушел танцы тогда. Она самолетку салвала, он кельди. Аллах, что Но самое главное, то, что родители дали нам независимость. И, в принципе, каждый из нас мог выбирать, что делать дальше, как жить. Решения принимали самостоятельно. Я 5 лет прожил
проработал в Казахстане журналистом агентства Dow Jones, писал для газеты Wall Street Journal, но когда в прошлом году было предложение помочь там, новому правительству, я с большим удовольствием и с радостью вернулся сюда. Меня тогда пригласили работать заведующим отделом информационной политики аппарата правительства. Вот тогда и познакомился с Алмазбеком Шишеновичем Атамбаевым. Тогда посмотрел на мое резюме, спросил, сколько мне лет. Мне на тот момент было 30. Говорит, ну, наверное, говорит, время настало, чтобы вот такие, как вы, приходили. В работе ты на работе. У тебя такой же спрос, как и с любого другого человека, вне зависимости от возраста. Тут очень важно работать так, чтобы не говорили, а вот он молодой, он ошибся. Или он молодой, он ошибается чаще. Кыргыз Республикасының президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Саламатсыздарбы, аскерлер. Болгондор, болгон, долгон. 32 года работать на такой должности, ну, это нелегко, но, с другой стороны, я понимаю, что то, как я работаю, также потом перекладывается, скажем, на то, как воспринимают других молодых, либо их возможности в работе на государственной службе. Болочок муундарга гүлдүгөн Кыргызстанды өткөрүп берүү биздин негизги максатыбыз жана ыйык милдетибиз. Өнүгүү үчүн бизде бардык шарттар бар. Экономикабыз азырынча аксап турат, бирок Кыргызстанда эң күчтүү жарандык коом түзүлдү. Кудайга шүгүр, эркиндикти сүйгөн, акылман жана мээнеткеч элибиз бар. Урматтуу менин мекендештерим, Кыргызстан эли менен күчтүү. Казахстан – это страна с большими возможностями, которая еще не реализовала весь свой потенциал. Страна, которая борется за свое место в этом мире. Страна, которая идет вперед, несмотря на большие трудности и внутри страны, и за пределами. Ты как? Нет, нормально. С новой силой. А знаешь, это вот я понял одно, что не все всегда зависит от народа. Очень много еще зависит от людей, которые ведут его. И тут очень важно, чтобы руководители были целеустремленные, честные, по-настоящему болеющие за будущее страны. Кыргызстан – это страна с очень... Не просто с красивой природой, это такое какое-то клише уже стало. И богатое, понятно, да, природное богатство. Но вот динамика внутри самой страны, она очень интересная. Она все-таки позволяет нам всем искать возможности для того, чтобы мы жили в развитой, процветающей, красивой, успешной стране. Урматтуу президент Кадырман. Мекендештер, биздин тагдырыбызга эгемендүү, күчтүү кыргыз мамлекетин куруу озойпасы туш келди. Бул зор бакыт, улуу жоопкерчилик деп айтып кетет элем. Дүйнөдөгү эң алдыңкы туруктуу бакыбат өлкөлөргө биздин мамлекет да кошулат деп мен терең ишенем. Ага барлык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Какая-то страна
забитая. Вот казалось, да, вот мы сидели же в советское время и думали, вот какие вьетнамцы как. К ним поедешь, да, у них тоже физическая бедность есть. Но в общем у них дух есть. Вот у них есть дух, что они могут себе сделать. Они сейчас самая быстро растущая экономика в Юго-Восточной Азии. И у них вот такое, мы же тоже рядом с китайцами живем, да, то есть мы с севера, они с юга. Но у них такая внутри дух конкуренции, мы должны быть лучше китайцев, мы можем это сделать. И такой экономический бум, потому что вот важен дух. И я думаю, что вот, от тебя, от твоих коллег, от президента и так далее, это, если будет исходить вот это, что, блин, если вы дадите людям вот это поверить, то в стране все будет классно. Я думаю, что как у вьетнамцев, мы рванем это же. Географически Кыргызстан находится в Азии. Мы всегда говорим, что мы среднеазиатская страна, Средняя Азия, Центральная Азия. Но если даже вот посмотреть, сейчас мы с вами проедем, скажем, в аэропорт и посмотрим на табло вылетов, прилетов, то мы увидим, что больше всего у нас рейсов как раз-таки в европейском направлении. Но это как раз-таки показывает, что Кыргызстан хоть и является азиатской страной, среднеазиатской, но все равно ориентирован на, больше на Европу. Can you send me a copy of that story, please, Alan? You have access to the internet, yeah, to the archive. Of that front page that we did. I want to show it to the president, say that we did that story 2 years ago with you. And he's learning English, so it'll be fun for him to read. Без сомнений, все граждане Кыргызстана должны знать несколько языков. На данный момент у нас два языка – кыргызский и русский. Дальше, если в будущем мы сможем добавить к двум языкам еще английский язык, там один из европейских, да, мировых языков тоже, то это только плюс стране, всем нам, потому что население Кыргызстана всего лишь 5 миллионов. И нам нужно знать не только свой язык, но и другие языки, которые дадут нам возможность получать и знания, и быть частью глобальной экономики, чтобы быть успешным как страна. Вот если посмотреть на скандинавские страны, там население такое большое, но при этом они знают несколько языков, и они все замечательно говорят на английском. Это только предоставляет больше возможностей каждому. И у нас тоже самое должно быть. Мы только с одним кыргызским никуда не выйдем. И только с русским тоже никуда не выйдем. Там на самом деле, видишь, в чем вот важный момент, который там границ нету с точки зрения развития бизнеса. Не, абсолютно верно, да. Можно запросто в Европе стартовать проекты, можно в Азии, можно в России, можно... Самое главное, горизонты расширить. Да, горизонты. Вот надо видеть, что мир маленький, можно легко двигаться. Да. Вот если у нас вырастет целая плеяда таких киргизов, ребят, я, блин, думаю, что страна прям рванет вперед. Я хочу, чтобы будущее Кыргызстана было светлым, успешным. Очень охота, чтобы вот мы не ограничивались тем, что у нас на данный момент есть. Не думали о себе как только как о маленькой стране, где-то там далеко. Не только гордились тем, что у нас красивая природа. Когда меня спросят, как я проработал и что я сделал, работая рядом с президентом, на президента, я хочу, чтобы у меня был такой хороший ответ, чтобы я смог перечислить какие-то достижения, которые были у президента, у его команды, у страны. Thank you.
отрицательно отношусь. Ну, девушка, она должна выходить замуж, но по своему желанию. Если она не хочет, ну, мне кажется, не надо ее заставлять. Она, если ну, он ее украдет, то у них в дальнейшем не будет счастья, они не смогут построить нормальную семью. В дальнейшем, может быть, даже она и развалится. Если не будет счастья, не будет взаимопонимания и доверия. Наверное, неправильно, что человек свободен. Человек свободен, у каждого свой выбор. Это его жизнь. Это вообще против, думаю, любых прав человека, потому что свобода – это то, что является основой, должно являться основой всего. То есть почему кто-то должен решать за тебя что-то? Ну, как бы это дико, ну, так отрицательно отношусь, да, потому что вот не спрашивают у невест, да, и когда воруют, в основном воруют друзья же, они, получается, как бы твою будущую жену полностью это трогают, не места такие, как бы у нас же эта страна, ну, в основном исламская, а по исламу это запрещено. Ну, это вообще-то как-то не цивилизованно красть невесту и потом даже не спрашивая мнения, выдать замуж за кого-то. Просто вот люди, которые, точнее, мужчины, которые они крадут невест, они не умеют общаться с людьми. Я считаю, как может быть какой-то маленький совет, стараться побольше общаться с людьми, и тогда, может, будет меньше таких краж. Это кыргызская традиция, ну, я одобряю. Почему? Потому что надо жить по традициям предков. Мы должны не забывать о наших традициях и гостеприимств. Это нормально. Каждая девушка должна выходить замуж за того, которого она действительно любит, с кем она хочет быть рядом. Потому что поневоле, я думаю, это неправильно делать. Потому что они, может быть, не будут счастливы вместе. Естественно, мне это очень бесит. От души бесит. Бывает так, идешь ты такая красивая по улице, никого не трогаешь, и тут берет какой-то мырк и зато прибегает тебя в пакет и крадет. Ну это же очень неправильно же, в конце концов. Может, у тебя там своя жизнь была, может, у тебя мечты были, а тут пришел мужик и все разбил. Так сейчас уже нельзя. Надо же, если хочешь, надо жениться по любви. Ты любишь, надо познакомиться с ее родителями, все такое. И организовать свадьбу. Ну а вдруг вот у тебя украл молодой человек, а он красивый, симпатичный, добрый. Нет, ну если так, да. Нет, ну если он хороший, ну я не знаю. Ну, я хочу. Я против, да. Мы не то чтобы придумали, мы нашли оптимальный вариант того, как это должно выглядеть, потому что, во-первых, будет сбор постов по тегам со всех блогов на главной отображаться, и плюс само отображение всех постов будет появляться на главной сайте в ленте. Это будет, да? Как лента, да. Да. Почему мы говорим, что мы новая блог-платформа, еще блог-платформа нового поколения, потому что вы полноценная блог-платформа. В детстве у меня где-то лет 5, наверное, у меня был разговор со своей двоюродной сестрой, которая мне рассказывала про Индиру Ганди. Да, то есть и это впервые для меня был такой, это было для меня открытие, потому что, представляете, женщина в политике, да, там женщина занимает руководящий пост, да, потому что на тот момент мне всегда казалось, что власть принадлежит только мужчинам. Для меня это было открытие, и в детстве мне всегда казалось, что моя миссия будет именно в том, что, возможно, я стану президентом Кыргызстана. Меня, допустим, иногда смущает в паспорте, да, там, национальность, там, дунганка, да, то есть я считаю себя кыргызской. Кыргызстан — это моя родина, место, где я родилась, живу, выросла и буду расти дальше.
учитывая, что я дунганка, да, то есть из нас меньшинство, в котором традиции очень сильны и очень важны для нашего сообщества. Те привилегии, которые я сегодня имею, я их достигла сама, и это в первую очередь мое право на образование, да, мой доступ к образованию, то, что я работаю, то, что мне 20 лет, и я до сих пор не замужем. Не многие девушки моего этноса могут себе позволить то, что я могу себе позволить сегодня. Значит, там журналист. Не, я не совсем журналист. Вот то, чем я занимаюсь, это больше сфера пиара, сфера интернета. Есть сайт, есть журналисты, которые пишут новости, они помещаются на сайт. И мое дело эти новости распространять. А я как бы там до сих пор как белая ворона в семье, не имею такого статуса там замужней женщины. Вот, и для моих родных на самом деле это очень так, не знаю, странно. Надо замуж уходить. Если ему свое время, может, да. Время дали. Нормально, зачем? У кого-то рано, у кого-то позже. Так, да. А вы не боитесь ли я вообще замуж? Надо выйти замуж. Возможно, так говорить. Замуж надо выйти. Можно. А вдруг я не захочу? Прям. Насильно отдадим. Нельзя мы. Кто? Найдем. Не-не. Влюбишься и сама захочешь. Вот тебе ответ. Хорошо. Мы найдем Гитиди, жениха. Все, выдадим замуж. Когда был 9 класс, стоял вопрос именно о том, что мне, возможно, нужно остаться дома, да, то есть сидеть и ждать женихов. А я сказала, что нет, я хочу хотя бы закончить школу, да, на тот момент. И я закончила школу, поступала в университет сама. Мой отец там произнес такую фразу, типа, зачем мне там платить там за 2-3 года твоего образования такие деньги, если там я уверен, что ты не закончишь образование, не закончишь учебу, и там я тебя там отдам замуж, или ты выйдешь замуж, то есть зачем мне тратить деньги впустую. Наши мужчины слишком традиционно воспитаны, да, им кажется, что женщина ничего не может без мужчины, и мне так кажется, что в период, когда я поступала, моему папе казалось, что я вот приду обязательно и скажу: папа, мне нужна твоя помощь, чтобы поступить, потому что у меня не получается. И поэтому, когда я поступила, самостоятельно сказала, что вот все, и тебе даже не надо платить за мое образование, кажется, для него было такое удивление, я просто читала в глазах отца, это как это так, да, там, без моей помощи и вот так, да. Его довольно опасная атака у Абдышаты. И осталось только прострелить. В той традиционной семье, которую мы видим сегодня, да, где мужчина занимает роль такого вождя, да, который распоряжается всем, а женщина всего лишь такое дополнение к нему. Да? То есть мне на самом деле хотелось бы видеть отношения людей именно партнерскими, да, где оба дополняют друг друга, помогают друг другу. И распределение... Нет, я просто хотела бы видеть, чтобы люди были партнерами. То есть умели дружить, умели общаться, умели разговаривать друг с другом и слышать друг друга, понимать и вместе приходить к решению, да, чтобы это не было так, как принято, чтобы вот решение все принимал только мужчина, а женщина это только принимала. Бұл қызалаға чу, бүгінгі күнді біздің қоғымды негдегілі аялға бұл қарата жүргізген мамілесі, да, анке себебі аялды, мұна, қалай, мен сені жақтырып қалдым, значит, мен сені алам, любой жол менен алам, сен менен жашайсың, барына чыдайсың деп айтады. Екінші жол бар, аннан кейін жоқ, сен маған бірдеме болып жақпай қалдың, же туғандарға жақпай қалдың, значит, как бұйым қатары ешке шығарып қойып жатсаң, бір күнде Қырғызстанда 32 зордабалаға жоқ, аның ішінен 6 қыз зордықты оқытушар болып, бір жылда болса 11800 алаға жоқ зордық, аның 2000 қызы зордықты оқытушар болады. Ошол институттарға таянсақ, мысалы, прокурордың қызын, атасы министрдің қызын оңай менен ала қашпай,
көңінше сөз қарапайым қалыптың қыздары жапа чегіп келшет. Бұл қыз алаға түшу деген қырғыздың салты емес. Қырғыздар қыздың сыйлай. Негізі аяр мамыле қылып келген қату сөзді айтқан емес. Біз балаға кішіне кезінен сені маңдайында тұрған ол қыз сен сияқты өлі адам, сендейлі оқуға атты үйретші керек. Біз баяғы үш депутаттарды көріп айтып отыр, депутаттан бесінде жоқ. Қыз кіші де бейім адам бұ дейді. Адам деген бұл қызға да, еркекі да барабар бірдей сөз бұл. За похищение человека дают 10 лет, понимаешь? А женщину похитили, что не человек, что ли? Дают 2 года. Стоим здесь снаружи, а до этого мы еще рассылали письма каждому персонально о том, чтобы этот законопроект принял. И также... Так, я думаю, Атамбаев и... А если мы его тормознем? Давайте встанем. Так, чтобы он нас видел. Давай. Фарида, без зайти. Без... Мне кажется, ему все равно. Сегодня я именно в поисках, то есть я бы хотела найти себя, свое место, место в жизни, свою миссию, свою цель и вообще кто я, что я и для чего я в этом мире. То, что в Советский Союз входил наш Кыргызстан, он сделал очень много для Советского Союза в военные годы, ну и пока до перестройки. Очень могучая страна, да, была. Мне кажется, сейчас бы такого не побежал СССР, то есть в наше время, мне кажется, это очень хорошая вещь. При Советском Союзе не было такой, да, вот видно дележки. Там национальностей, там классов, там вот все было, все они, ну вот что жалко было, это коммунизм, а вот так страна была очень хорошая, и как бы сказать, ее все уважали и боялись в одно время. Про Советский Союз, то, что в нем много было бедных, и они болели много, и все вроде. Все были на равных, не было таких богатых, бедных, все были равны, и если кто-то это самое, например, много умничался, его сразу типа в тюрьму сажали. Кыргызын көптөгөн эле, мисалы үчүн, чыгандарын, жакшы чыгып, жакшы адамдарын ал убакта басмырлап коюшкан. Мисалы үчүн, Ишеналы Арабаев, толтура ушундай адамдарын басмырлап коюшкан. Ошондой эле көптөгөн жазуучуларыбызды басмырлап, ошондой эле чыгармаларын чыгарганда аларды куугунтукка алышкан. Мен Таласта кыргыз мектепти бүткөм, Жалаңбешке бүтүргөм. 10 жыл староста болгом. Ар кандай олимпиадаларга катышканды жакшы көрчүмүн. Прежде всего, для меня Кыргызстан — это страна, это моя родина, это
та страна, где я родилась, у меня больше родины не может быть. Это страна, которую я люблю и без которой, к сожалению, я не могу жить. У меня есть возможность жить в других странах, но, прожив в других странах, я поняла, что я скучаю по нашему воздуху, по нашим горам, по нашим людям. В других странах ты не можешь найти или там беседовать с своими родственниками, с друзьями. То есть это дом, это мой дом, и поэтому я пока здесь, и я буду здесь. У нас всего лишь там 5 миллионов людей, из них 1,5 миллиона они уехали, они и кормят наш народ. Остались 3,5 миллиона. Почему мы не можем прокормить 3,5 миллиона людей? Это же, если в Москве 10 миллионов людей, один мэр, а у нас всего 3,5 миллиона. У меня в общей численности 400 сотрудников, то есть это 400 семей. Это уже мой вклад в развитие экономики страны, так как я создаю рабочие места. И не обязательно быть политиком, не обязательно быть президентом. Каждый человек может как бы вносить свой вклад вот так же, как я, например. Вот на этой территории будет бизнес-парк. Есть инвестор, есть инвестиции, есть заинтересованные партнеры. Но для реализации этого проекта нужно только одно – это соблюдение закона. То есть, получается, мы же создаем зону, где внутренние и зарубежные инвесторы имеют свои офисы. Они могут там работать, жить, дети могут обучаться. Обучаться, да. Лечиться. Спортом заниматься. Прогулочные зоны, парки. Кафе, рестораны. То же самое горожане могут посещать эту территорию. Полностью пользоваться этим зоной. Да, пользоваться этим зоной. Всей этой инфраструктурой. Да. Бюджет я пока не могу сказать. Это будет зависеть, опять же, от интереса инвестора, насколько это доходоприносящая инвестиция. Но в целом создание, возможно, будет более 3000 рабочих мест в этом бизнес-парке. То есть место расположения – это правительственная трасса. Рядом на сегодняшний день это выросли китайское посольство, американское посольство. Административный центр. Да, то есть в будущем, здесь. Да, вот именно бизнес-парк очень хорошо вписывается в этот проект. Но есть огромная, знаете, пропасть между нами и между вот пониманием чиновников по поводу вот этого проекта. Ну, если следовать логике той, которой вот чиновники, значит, нужно забрать часть территории, да, я понимаю, значит, разместить здесь производство, значит, были предложения, что, к примеру, разместить здесь жилой поселок, да, индивидуальный, то есть это по логике тех чиновников, которые были предыдущие. Тогда, если спросить горожанам, а горожанам вообще-то нужно? Нужно, чтобы здесь был завод? Нужно, чтобы здесь был какой-нибудь этот элитный поселочек? Или все-таки это была та инфраструктура, которая нужна горожанам? То есть парки, детские парки? Но здесь, конечно, есть вопрос того, что нам разрешат ли это делать, не разрешат. Опять же, вот можно сказать, что очень сложно работать и привлекать большие инвестиции, когда часто меняются правила игры, когда часто меняется законодательство. Каждое утро у меня начинается тем, что я пишу письмо или президенту, или премьер-министру, или вице-премьер-министру. И при этом мы не получаем ответа. Вот что еще огорчает, это мы не получаем ответа. То есть нет обратной связи. И не знаю, что делать. Работать или замораживаться, или ждать. Непонятно, что делать. И приходит каждый человек, который не вложил ни одной копейки, не вложил ни одного труда, приходит каждый чиновник новый и говорит: вот я вам сейчас всем покажу, вот я такой патриот, мы сейчас для страны очень многое сделаем. И начинает вот таким, как бы, как всегда, оказывать давление. Ой, мектепте мен болсо абдан мындай активист болгон болчум. Балдарды дайыма экиге окуган балдарды дайыма жакшы окууга деп артынан кууп алчум. Азыр эстесем күлкүм келет. Бир күнү болсо кышында бир баланын абдан жиндин тийгигенин окшойм, ал менин пальтомду тетип салган.
Я башка пальто где получил. Конечно, я не люблю вот такие слова, я патриот, там. Но меня так воспитали, чтобы я была достойной дочкой кыргызского народа. И я поняла, что я должна внести свой вклад, я должна бороться за то, чтобы мы жили достойно. И вот именно мой вклад – это выиграть это судебное дело честным образом, то есть не платя взятки, чтобы было законное решение, хотя это очень сложно. Но несмотря на это, я намеренно, я должна выиграть, потому что это для меня очень важно. На сегодняшний день мы как бы ведем переговоры, привлекаем партнеров, есть заинтересованные стороны, но что их как бы волнует, это волнует опять же политическая нестабильность. То есть они сказали, что даже никакие привилегии не так как бы заманчивы, как политическая стабильность. То есть как потерянное поколение я себя не рассматриваю. А ну гуптеле ойлонгон эмес мен. Мен ким мен деп. Мен абдан оптимистмин. Меня еще вдохновляет наше поколение, меня вдохновляет наша молодежь. На самом деле они очень прогрессивные, они очень быстро развиваются. Я считаю, что мне даже надо их догонять где-то. И у нас наш потенциал, я считаю, это наш кадровый потенциал. То есть мы его ни в коем случае не должны потерять. Вот то поколение, которое сейчас выросло. And the board of Bank of Asia decided to have scholarship from this year, so this scholarship calls future support, okay, for $10,000. So okay, let's start from this year. We are thinking maybe like co-financing around 10 students, okay, and then the main idea is helping those students who are from far regions of Kyrgyzstan. Of Kyrgyzstan, yeah. Okay, great. Yeah, so we have plenty of those here. Well, thank you very much. Yeah, this will, this will really help and make a difference in a lot of students' lives, that's for sure. Mm-hmm. So we're always happy to have your support. Я хочу просто жить в таком государстве, где я буду чувствовать себя защищенным, где права человека соблюдаются права частной собственности. Мы живем в очень красивой стране. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы быть частью того поколения, которое построит наше будущее. И я верю в это будущее. Мечта, чтобы хорошо учиться. Я мечтаю, чтобы у меня было две профессии. Первая профессия – это повар, а вторая – следователь. Поступить в хороший университет, хорошо закончить его, вернуться и работать здесь, помогать здешним людям. А также подарить счастье родителям, которые они подарили мне в детстве, сейчас. Я хочу стать архитектором. Буду строить большие дома в Кыргызстане. В будущем я хочу стать гинекологом.
лечить женщин, чтобы они никогда не болели. Они еще женщина – это гордость наша. И они нас растили. И я очень люблю свою мать, потому что она меня растила. Я ее люблю очень. Инженер болом водополи. Болом галет. А я в кинотеатр пошел и посмотрел фильм о танцах. И я сказал себе, что хочу стать танцором. Но потом понял, что это просто хобби, а не профессия. Думал, но решил стать доктором. Космонавтом. Стать солдатом. Охранять родину. Әрбір үйдің еркегі бар, аялы бар. Бірақ аял күшті болмаса, балдарың ешқашан күшті болмайды. Балдарың жүдеген, анкеменен алар көніп қалған, апасын қордықта отырса біреу. Апасына астыға жылаттыруға күш бербесе, атасы. Анда балдарды үшінде болып шоңады. Сен толық емессің, аял заты пасырақ болыш керек, азырақ болыш керек. Еркектен деген информация келгенде, ошонда көп информацияны жоғытосың дағы күшті олбайсың ешқашан. Ошондықтан асырқы цивилизацияларды қарап көрсіңгер, аялды өте ұрматтаған, аялды өте күшті қармаған цивилизациялар асыр алды да. Біз аялдары өзінем қантып өзің енеңді, өзің қарындашыңды, өзіңдің қызыңды күшке салып, астығы өніктіруге қармайсың. Мен Құдайға аялай разымында, себебі дегенде мен екі атам, екі енем бар. Бір үйде туылып, бір үйде чоңойғым. Бірақ Құдай жалғап, екі үй білімдеден асырқы сөзімен айтықында толық демократия олғын екенде, асыр қарап көрсім. Атам, екі атам тен, екі енемді тен сыйлашып, тен жүрішіп. Ошондықта мен өлем, асы менің бүртуғандарымды күшті. Бүртуғандарымды күшті, өзімді күштімін. Себебі дегенде, маға, мен енемдің құрағанын көргенмесім де, екі енемдің құрағанын көргенмесім. And if you would have this building, you believe that it will be successful? Yes, yes. I think so. Yeah. Because it's a quite huge investment money it's going for the building. What's the building this what's one? What's the building? Yeah. Russian bank. Huh? Vietnam Russian bank. Vietnam Russian bank. Russian bank. And the police. Полис офис. Полис офис. Нурбек, смотри. В принципе, если мы по вот этой логике пойдем, то мы ничего не потеряем. Потому что видно, что локейшн хороший. Локейшн очень хороший, сразу выигрышная позиция. И если мы действительно сможем уговорить на то, чтобы это субаренду делать, то есть да, шаг за шагом, да, то тогда я думаю, что можно давать в этот проект. We have to clearly say laboratory, 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 laboratory. No hospital, no clinic linked with the laboratory. Laboratory should be independent. What we need to do, we need is, of course, to develop unique strategy. Ар бир кишинин өзүнүн баягы жашоосунда миссиясы бар да? В чем твоя миссия в этой жизни? Если ты просто живешь для того, чтобы там жить, родить, умереть, ну, это очень скучно. Соответственно, я думаю, что человеком всегда движет эго. Очень сильное эго. И вот мое эго, это то, что я вот
примерно раскидал свою жизнь по этапам. Я вот для себя решил, да, лет до 45-50 я буду заниматься бизнесом, а после 45 я буду заниматься, ну, грубо говоря, до 60-65 лет образованием. Если вы посмотрите на историю цивилизации, порядка 2-3% трудоспособного населения, если они верят в какую-то глобальную идею о том, что, ну, так жить нельзя, а жить надо вот так, например, да, то они тогда удерживают этот вектор развития. И тогда цивилизация начинает вверх расти. И в этом отношении, если взять 2-3%, для Киргизии это порядка 50-60 тысяч человек. 50-60 тысяч человек, если они веруют, что воровать нельзя, что красть нельзя, что заниматься болтологией нельзя, надо трудиться, что надо стремиться к знаниям, что надо быть свободными людьми, что надо быть глобальными людьми, что если мы таких людей взрастим, то вот страна тогда, она начнет только двигаться вперед. Бирмисалы верили айл, да? То он нарасындағы айл, Швейцарияда. Бесін айлынан ішіне кейгі, ошында айлыға мектеп салышып тұр, 2000 оқытысы орыған. Ой, че? 2000 оқытысы орыған ошы айлыда. Ошында ошы мектеп целый жаңағы айлын экономикасын жылдырат тұрғандайды. Ойлып көр, ошы 2000 баланы оқытысы үшін қанча мұғалым керек, қанча обслуживающий персонал керек. Мен бізде ошында бұны қылшымыз керек әрекет. 2000 деген реальный не, бірақ шабданда біздің айлда 700-ге жақын бе? Ең пик болғанда 850 оқу бар. Моя мечта такая, я вот хочу в ближайшие 10 лет построить порядка 30 школ в Киргизии. Все заработанные деньги я хочу вложить в то, чтобы строить школы. Если будет у меня 30 школ, и в каждой школе будет там учиться где-то 500, 700, 800 детей, то это порядка 15 тысяч человек. За 10-20 лет я смогу взрастить там 30-40 тысяч человек. Вот это я считаю для себя миссией. И если будут такие люди, свободные, образованные, стремящиеся быть успешными, тогда я думаю, что в Киргизии будет только хорошее будущее. Вот родители пришли, говорят, надо было школу готовить, давно надо было готовить. Все рады. Ну, конечно, у всех надежды большие, мы будем надеяться, будем стараться, что это самое. Супер. У нас все заработало. Да, классно, да. Классно. Компьютерный класс вообще пошла, да? Да, компьютерный класс работает уже. Подсоединили здесь все здесь компьютеры. Уже здесь уже дети. 1 сентября готовятся, учат стихотворение. Наши дети все такие нарядные пришли все. Нарядные. Представьте себе вот наше предыдущее поколение, которое жило в советскую эпоху, да? Вот у них же есть заложен некий ценностный ряд, и он же непоколебимый. Он заложен через систему образования и культуры, которая у них была. И он заложен практически на 100 лет. Вот мы даже после развала Союза прошло уже почти там 20 с лишним лет, но мы же никак не можем от этого отойти. И если бы вот такие правильные ценности через систему образования и культуры бы закладывали бы и двигали бы ее, да, то наше общество было бы очень стабильным. Так, бүгінгіде бұйырса 1 сентябрь. Мектепте мен жақсы әрекет қылып бітірдім ғой, бітірдік. Мен ұшу бүгін жақсы ашылышын бастап, бұл іш баштардың астында мындай жақсыла бір тілек қылып бастасын, мына бүгінде күнде жақсы болып тұрады. Жылқын сойын құрмақта. Жылқын. Аяп болсын жылқын. Жылқын жоқта қамер емес. Жылқын сойды мен соймақты. Екінде соймақты мен сойдырып өтпесін. Спасибо большое. Спасибо большое.
Дорогие мои ученики, я желаю вам добра, доброй ночи до утра. Всем желаю добрых снов, добрых дел и добрых слов. Уведет ли вас дорога от любимого порога, пусть вам скажет кто-нибудь в добрый час и в добрый путь. Вы разные писатели, где в дорожном тетрадь учит в школе, учит в школе, учит в школе. Учит карпи умножать, малышей не обижать. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Учит карпи умножать, малышей не обижать. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Силердин аракетиңер, ана моу мектептин мугалимдердин аракети бир эле нерсе менен билинет. Асыр толгон токой балдар мектепти бүтүп атат, эптеп септеген окуу жайларына өтүп атат. Аягында диплом алып алып дайыны жок. Анын баары калп. Ошону талык түшүнүшүбүз керек. Биздин система образования жана здравоохранение окшогондордун баары калпка айланып бүттүк. Эптеп баланы чыгарып атабыз, мааниси жок. Эптеп мугалимдерди алып атабыз мектепке, мааниси жок. Аягында анан отура шумшуйт. Биздин диплом деген балдар маякта жүрөт. Анан кыйраткасы эки дипломум бар, үч дипломум жүрөт, анын баарынын кереги жок. Ошондуктан бир эле индикатор бар, мен мугалимдерге да айттым. Силердин кылган ишиңер 10 жылдан кийин билинет. Балдар эң жакшы университеттерге өтпөсө, анда иш кылган ишиңерден пайда жок. Биздин маяктан чогулуп отурганыбыз ишибизден да пайда жок. Я больше чем уверен, что вот в Киргизии я бы вообще ничем не занимался бы, кроме как образованием, вот как государство или как общество и так далее, кроме как образованием и искусством. Потому что это, вот это два фактора, которые цементируют людей. И они цементируют не просто на какой-то промежуток времени, а на огроменный промежуток времени. Мне нравятся спокойные, хорошие, добрые, чистосердечные и честные. Спокойный, нормальный. Чтоб на жену не кричал, не бил там. Ну, чтобы были хорошие. Ну, лично я как понимаю, то, что людей идеальных не бывает. Первое, он должен меня любить. Я его должна любить. Этого хватает. С тобой должен быть тот, кому ты доверяешь. Ну, он должен, ты должна его любить, а не так, из-за его машины или чего-то еще. А что такое любовь? Не знаю. Как? Я забыл. Мне говорили, забыл. Севги бу адам өз юрагидан севип. Юрген адам енді дак атынасын яхшы көрәді. Неме дегенде ула бу адамы мәші дүниеге алып келген. Келген мәші
Бала билан қыз ортасында севги болушу мүмкін. Любовь это когда два человека испытывают друг друга какие-то чувства. Любовь бывает разная. Например, любовь к семье, может быть, любовь к девушке или это. Любовь к родине. Все. Любовь – это когда два человека любят друг друга. Чувства. А вот если тебе нравится какая-то девушка, как бы ты ей сделал предложение? Сходил бы в кафе. Купил кольцо, но там не сказал. А как бы ты сказал? Выйдешь за меня. Все. Америка университетін оқып, бір сабақта отырғанда, мен бір Америкадан профессорым сұрап қалды. Америка қиял деген не депші? Анан кейін бүт барымда емес, сұрау бере башташ, ой, жауап бере башташты. Герлер мұндай деді, ем, Америка қиял деген сен деген кедей болып тұрып, онан кейін бір жолы лотерея тұтасында, лотерияда болса, жаңағы бай иесі миллион доллар. Ошондан ары жақсы шығып кетесің. Башқа сайтар, ем, сен Америка қиял деген, бұл деген сен жөнекөл бала болып жүріп, анан кейін аябай сұлу қызға үйленіп, ошондан кейін сен жашығың құмыш болып, сен деген бір андай сен бір жылдыз болып кетесің айтады да. Ти профессор болсын айтады да, ем, барыңар дық айтқаныңар бәлкім тура, арғанда Америкадағы кішілер бар. Бірақ менің ойымша дейді да, көп кішілер үшін америкалық қиял бұл деген өзіңнің атаенеңнен жақсырақ жашау деді да, ошоның қалы. Невозможно угодить всем. Не надо выступать в роли подхалимов, которых всегда должны полюбить. Пиарщики должны, как и все остальные специалисты, работать профессионально, выполняя свою работу, не делать из этого никому одолжения и просто предоставлять качественный труд и качественный конечный продукт. И тогда вот это будет на самом деле лучшей благодарностью для любого журналиста там, или иного там, какого-то игрока на рынке, который с вами взаимодействует. Қандайдыр болу осын шардын, жерген, же өлкөнін атын деген, интернет керіп тұрып, Google-ға кіргізгенде, қандай сүреттер шықса, дүйіне ошол жері жөнінде қандай ойлар бар екенін көрсе болады да. Қырғызстан деген сөзді бассақ, бүт шыққан сүреттердің бары, өрттен отқан үйлер, автоматтан атылған кішілер, мародерлер, магазин, кафе тонаған кішілер, ошондай жаманда күйөткан тиги желектер, бүт ошондой жаман-жаман нерселер, жанакыл аябай жүрөктү ооруткан нерселер чыгат да, бул ошо биздин Кыргызстан. Кыргызстан жөнүндө дүйнө жүзү ошентип ойлойт. Биз андайбызбы, башкачабызбы, бул деген экинчи суроо да, анткени деген алардын жанакыл оюн өзгөртүш үчүн биз деген жөн эле биз биз башкачабыз деген жетиштүү эмес. К примеру, информационное освещение южных событий в 2010 году, да, вот, июньских событий, то, что происходило на юге. Все журналисты, которые освещались за рубежом, говорили, что пресс-службы силовые, там, Минобороны, пресс-службы МВД, ГКНБ и всех остальных были очень закрыты. Никто не мог дать внятных ответов на вопросы. Да? Действительно, тогда произошло вот это споровое распространение информации, когда все начали выкладывать видео на YouTube, писать у себя в блогах, распространять слухи, которые распространялись быстрее даже, чем интернет. И был просто тотальный провал по информационному освещению вообще вот этих событий. Да? И сегодня очень многие пресс-службы, допустим, от ГКНБ, я это видел, когда мы ездили вот в программу по обмену, они встречались с журналистами из «Голоса Америки», и они говорили, вот вы, говорит, кыргызы, вы из Кыргызстана, вы освещали эту проблему, и вы выступили не на стороне своего народа. У них была такая претензия. На что там был очень жаркий спор, где они говорили, мы хотели осветить так, как вы бы сказали, но никто из вас не говорил. Вы все прятались, никто не мог дать нам ответ. Ну и... Бізге тосқолдық түзе тұрған кешілер аябай көп. Кыргызстан негізі тиги мамлекет қатары өнікпөсі үшін қанча ақша беріп отырды, негізі төленіп отырды. Көп өлкөлерді, мысалы біздің өлкөбізді
соғыш бүтпөй, жанақыл бөлініп, талашып, тартышып, ошында бүт конфликттер бүтпөгенде көп эле өлкөнүн кызыкчылыгы бар. Анткени ошондукенде бизди башкару оңойраак болуп калат да. Кедем дөлөм кылам да Кыргызстанда жакшылык болушу мүмкүнбү депчи. Өлкөбүз өнүгөбү, кайра бутуна турабы, мисалы мындай карап көрсөк, азыр деген өнүгүү үчүн, өнүгөт деген кандай десем, өнүгөт деген ушундай себептер жок да. Эми коррупция, бүт эле өлкөбүз тонолуп атат да, бүт урдалып атат, ушундай нерселер болуп атат да. Студент болуп жүргөн кезимде жанакыл ремарктын үч жолдош деген китеби бар. Анан кийин ошону окуп атканда бул деген жанакы согуштан кийинки Германия жөнүндө да. Анан кийин согуштан кийинки Германия өзүңөр билгендей бул деген биздин өлкө салыштырмалуу такыр эле башка жер болчу да. Ал жерде эми үмүткө жер жок болчу. Бирок азыр Германия деген жанакы Европанын эң бай өлкөсү. Алар да бутуна туруп кетишти да. А мен ошону окуп мындай өлкөбүз жөнүндө ойлонуп жүргөн кезим болчу да, ошол эмени китепти окуп мындай катуу ойлонуп калдым да, эгер кээ бирлердин колунан келсе, балким биздин да колубуздан келет. Анткени келиши мүмкүн да. Эмне ойлорум ишке ашпай калса, азим ташыроо деп. Эми мен өзүмдү ийгиликтүү киши деп айта албайм да, анткени менин оюмча мен азыр жашмын да, анан кийин мен деген жаңы өзүмдүн алгачкы кадамдарымды тыштап турам да. Бирок мен өзүмдүн андай бир келечегим жөнүндө эми жакшы эле үмүттөрүм бар да. Эмнеге дегенде мен деген келе аткан бир 10-15-20 жылдын ичинде мен эмне кыларымды эми мындай билбесем дагы мындай ойлоп турам да. Албетте кудайдын буйругу бар, бирок колдон келгени мен өзүм кылат элем да. Better, I just can't let her go. Oh no, each kiss gets sweeter. I just can't leave her. No, I write a song. I've thought about it for far too long. I never had someone to sing about until I met her. Now each day gets better. Nobody knows, nobody sees, nobody else understands me like she. Now that I know what true love means, I just hope she stays with me. Where do we go? Who knows? But each day gets better. Если бы нас взять Салтыша, когда мы только познакомились, это совершенно два, не то что разных, а противоположных друг другу человека, у которых ничего не должно было в принципе произойти. То есть у нас, безусловно, есть какая-то разность характера. Но всегда приходится там себя преломлять и изменяться ради другого человека. Вот, то есть мне кажется, все же говорят, ой, там мне никто не подходит, я никому не подхожу. Вот ты знаешь, просто я такой тонкой организации, душевный человек, я такой сложный, бла-бла-бла. Но если вот в этом проблема, то вот есть и решение. То есть надо просто меняться, стараться для других. Но это относится не только к любви на самом деле. И дружба – это тоже очень большой труд. И семья, поддерживать отношения хорошей семьи – это тоже очень большой труд. Также такая же формула работает в любви. У нас с Алтышей все как-то развивалось очень бурно. И я вот сейчас вспоминаю, что когда мы встречались там буквально месяца три, то мы уже были как семья, да, в принципе, там 3-4 месяца. То есть там Алтыша через 3-4 месяца улетела там сначала в Москву, потом в Америку, да, и у нас там были прям прощания со слезами на глазах и прочее, прочее. То есть у нас все как-то очень удивительно быстро происходило. И я так, Алтыш как-то так. Буквально там на втором месте наших отношений, наверное, говорю, слушай, я тебя люблю. Вот. И она сказала, спасибо. Я говорю, да пожалуйста, что вы. Алтыша, я тебя очень сильно люблю. Я сильно люблю, и когда я говорю люблю, я уже вкладываю полный смысл слов в эту фразу, потому что прошло уже 3 года. Да, и моя любовь, она уже такая не детская. Не суперспонтанная, эмоциональная, хаотичная. Я вижу
как мы с тобой проживем всю нашу жизнь. Я вижу наших детей. Я представляю тебя как маму, представляю себя как отца. Я хочу, чтобы все это было в моей жизни. Я хочу, чтобы это было в моей жизни с тобой. Я люблю тебя без каких-то комплексов, без слабости, ни на зло кому-то, ни вопреки чему-то. Я люблю тебя, потому что это уже часть моей жизни. Без этого моя жизнь уже не будет полной. Я хочу, чтобы мы с тобой прожили всю нашу жизнь, потому что, мне кажется, мы сможем это сделать, и мне кажется, мы будем в этом счастливы. Я вижу, как мы с тобой живем вместе всю жизнь. И поэтому я хочу тебя попросить. Выйдешь ли ты за меня замуж? Ты выйдешь за меня замуж? I just can't let her go. Oh, no. Each kiss gets sweeter. I just can't leave her, no. She wants to breathe. She wants to be where the grass is green. How love's supposed to be. She wants it better. I want to let her know. Мечта, вот меня Алтыша научила этому, а мечта — это твое большое желание, которое ты не боишься озвучивать вслух. Потому что мы все привыкли думать, что все зависит только от нас. Что если там у меня хватает интеллекта там настолько-то, то большего мне никогда и не светит. А хотя это не так, потому что вот мы теперь с Алтышей прям вот мечтаем профессионально. То есть что это означает? Мы открываем большой дорогой дневник, да, который там я специально покупал. И мы прям сидим и в деталях прописываем, что такое наша мечта. И когда ты начинаешь прописывать, ты понимаешь, что это все просто. И это не так сложно, как ты представляешь. И это не так страшно, как ты себе это представлял, как ты это задумывал. И мы вот недавно две свои такие, три, да, уже мечты такие большие озвучили, записали. И вот это наша такая мечта на ближайшие года два. То есть мы об этом будем мечтать. Қиял деген, бұл деген жашауымды өзгөрі болу, қандай нәрсеге мен ұмтыла алам деген сұрауға жауап та. Ошон үшін біздің мысалы деген жаштар болсын, қандайдыр болсын, жанақыл құрақтағы кішілер, жақсы жашауға ұмтылам, бағынбайым, баш тартпайым, қалағаныма жетем деген кішілер шығып шықса, бұл өлкө өзінің жанақыл елдігінің бірінші қадамы деп шоға мен ішінем де. Балдарыбыздын алган билимдери,
жасаган иштери эли үчүн болсун, жери үчүн болсун. Иши жоктор азайсын. Ар бир киши пенде менетинен тапсын. Бир жакадан баш чыгар, бир жеңден кол чыгарган, түштүк түндүк деп бөлбөстөн жакшынакай жаштар чоңой жакшы иштер болсун. Эли журтун аздектеп күтүп алар, назары ток адамдар журт башына, эл башына келишин тилер элем. Мен өзүмчө ойлоймунки, şu Кыргызстан экинчи Швейцария деп суумуз бар, алтыныбыз бар, хабарыбыз бар, хамма нерсе жетишерлик. Кудайым бизге жерибизге дайым эле ушундай назары менен карасын, ушундай жакшы өлкөнү сактап калалы жан балдарым. Мен бул дүйнөгө келдим, эмне жасайын, атамдан бир кадам артык иш жасап кетейин деген ниетте ар бир уул өзүнүн эмгегин арнаса, эмгек кылса, мен ойлойм, биздин өлкөбүз үчүн бир жакшы нерсе жасап кетет го депчи. Кыз балдардын мен билимдүүсүн каалайм. Кыздар билим алып, күйөөлөрүнө бир зависимый болбой, балдарын жакшынакай тарбиялаш керек. Көп нерсе зависит этет да энеден. Ошон үчүн кыз балдар колуңардан келишинче жакшы билим алып, эл үчүн кызмат кылып, эркектер менен тең тайлашып, кыргыздын жүгүн көтөргөн бир жакшы кыздар болушун каалайт элем кыздардын, кыргыздын кыздарын. Честность, порядочность, трудолюбие, доброта, люди с правильными ценностями. Именно таких кыргызстанцев хочется видеть в нашей стране, чтобы у нас будущее поколение жило в стране, где всегда есть правосудие. Ана бул биздин мамлекеттин кедейирек мамлекет болуп калганы биздин келечегибиз үчүн түзүлгөн чоң шарт деп ойлойм. Бизде газдын, нефтин жок болуп калганы бул биздин келечегибиз үчүн өтө эле чоң бир пайда деп ойлойм. Азыркы мезгилде зыян тийсе тийип аткандыр, бирок келечек үчүн бул жакырчылык адамдарды билимге түртөт, аракетке түртөт. Кыргыз эли өнүккөн элдин, билимдүү элдин катарына кошулуп, гүлдөгөн мамлекет болсо экен деп тилейм. Айланайын Кудай ушул элдин тилегин, элдин мүдөөсүн аткарып, менин ниетимде чыккан тилегимди кабыл кыла көр. Кыстой бойт карачы, көркөм жай барбы, доллар достаначы, бизде бай барбы, талпынып келбиле, жайып канатын, танысы жер дүйнө, кыргыз баласын, кыргыз баласын.